Игорь Иванович, следующая игра завтрашняя с Андоррой, 200-я игра национальной сборной. Как идет подготовка к этому матчу? Ну, после игры, в принципе, восстанавливаемся. Ну и с другой стороны, ребята очень серьезно подошли, по крайней мере, к первой игре. Думаю, что также подойдут ко второй. В первой игре с Мальтой, к сожалению, не удалось забить гол. Сейчас Андорре архи важно забить и выиграть эту игру. Да в каждом матче, наверное, всегда важно забивать мячи. Кто забивает, тот и выигрывает. Да, были моменты, не получилось. Но, ну, дай бог, чтобы в этой игре начали. Тренировки проходят каждый день. Как вы видите ребят в этих тренировочном процессе? Я вижу, что есть желание у них и выходить на поле, и выигрывать. Ну, я тоже. Потому что на самом деле я очень доволен, во-первых, отношением без исключения всех футболистов. На самом деле. Вижу их желание, вижу стремление, слушают. Поэтому сбор, я думаю, что можно занести в актив. В первом матче был заменен вынужденно из-за травмы Япуряну. Какие шансы у него сыграть в матче с Андоррой? Ну, Саша уже вчера тренировался, правда, по индивидуальной программе. Сегодня он хочет пойти в группу, но я думаю, что я ему... Пусть тренируется, также продолжает по индивидуальной. Почему? Потому что физику он не наберет. Хуже она тоже у него не станет за одну тренировку. Пробежится. И я думаю, если доктора и он сам в первую очередь скажет, что он может, я буду рад. Но если нет, мы, в принципе, готовы. У нас здесь есть люди. Тем более мы планировали, что дать всем поиграть без исключения. Для этого мы здесь и находимся, то есть проводим два матча. Поэтому мы готовы и без Саши, ничего страшного. Самое главное – здоровье футболистов для нас важнее. Вы взяли на Мальту 20 игроков. Некоторые из них не сыграли ни одной минуты в матче с Мальтой. То есть насколько важна для вас чтобы видеть в деле всех игроков, или все-таки результат главнее для вас в завтрашнем матче? Во-первых, всех. Это в первую очередь. Потом уже результат, потому что, чтобы играть на результат, нужно знать, с кем ты идешь. И пока ты всех не посмотришь, тогда не сможешь сделать выводы. Но результат, не важно, кто выходит. Тем более мы планировали одних поставить, например, в одной игре и дать больше времени сыграть, чтобы это не было по тайму. Ну, что за тайм можно определить? Мы должны знать способности, насколько людей хватает, куда, где этот их не лимит. То есть мы даже держали людей, потому что не хотели. То есть это мое решение, я специально хочу посмотреть, до чего мы можем дойти с тем или иным футболистом. Завтра, например, будет обязательно новых 5, 6, 7. Ну, то есть я еще не могу, то есть еще пока не определился. К вечеру, я думаю, после предыгровой я определюсь. Но в любом случае 5-6 новых фамилий будут в основном составе. То есть мы дадим и другим. Для этого мы здесь находимся. Да, результат никто не снимает, ни в каком составе. Даже если мы поедем играть какой-то матч без иностранцев, что я, например, здесь разговаривал со Славой Проценко, что он будет делать. То есть мы готовы ехать даже со своими ребятами из местного чемпионата. Нам нужна практика. Без нее, без опыта никуда не деться.